Всем большой привет! Не пугайтесь моего домашнего вида, я, в принципе, не так давно встала. И, естественно, раз у нас сегодня понедельник уже, я должна для вас записать видео с результатами конкурса. Я всех хочу поблагодарить в первую очередь за ваши поздравления, за ваши теплые слова. Просто, на самом деле, я не ожидала столько комментариев, столько поздравлений, и такие прекрасные подарки вы для меня выбрали в ответе на вопрос. И всем большое спасибо всем, кто поучаствовал в этом конкурсе. И сейчас обязательно кому-то повезет, трем лицам. Итак, как я уже говорила, первый приз – это набор наклеек, набор стикеров с героями сказки «Алиса в стране чудес». Итак, давайте посмотрим, кто у нас выиграет этот приз. Итак, как я уже говорила, определять победителя мы будем с помощью рандомайзера «Лиза on Air». Или как это, скрипт называется, да? Давайте копируем ссылку на мое видео. Вот это мое видео, да? Конкурс закрыт, все нормально. И вставляем ссылку. Поехали, первый победитель. Ура! Поздравляю, Танюша, желаю удачи у моря и море удачи, а лучше виллу на побережье. А если серьезно, то улыбку, легкости, радости, смех на целый год. Грусти места нет, а еще миллион алых роз. А еще, если серьезнее, книжный магазин твой личный, и чтобы там продавали самые лучшие книги. Ура, отличный подарок, отличное пожелание, большое спасибо. Это моя подписчица Таня, я ее знаю хорошо. И я ее поздравляю с выигрышем наклеек от Алисы. Следующий приз – это те же самые наклейки, только уже с героями сказки «Волшебник страны Оз». Итак. А сейчас разыгрываем следующий приз. Поехали. Ксения, 2201. С днем рождения! Я бы подарила необычную книжную полку ручной работы. Тоже чудесный подарок, большое спасибо. И поздравляю Ксению с выигрышем наклеек. Ну и последний приз – это сказка «Белоснежка» в очень красивом оформлении, с красивыми иллюстрациями. Я там тоже вам ее уже показывала. И давайте посмотрим, кто же у нас заберет эту книжку. И последний раз. Самый главный приз. Та-дам! Оля Барнак, Танюша, с днем рождения, всего самого-самого тебе хорошего. Я бы подарила тебе бессрочные визы во все страны, в которые тебе не нужны, чтобы ты могла побывать везде-везде, где тебе захочется. И собачку, просто потому что ты ее хотела. Да, кстати, Олю я поздравляю с прошедшим днем рождения ее дочки. Как вы видите, здесь написано, что ее дочке старшей в один день со мной день рождения. Итак, я передаю слово самой себе. Итак, конкурс завершился. Мои искренние поздравления победителям, я очень рада. И обязательно свяжитесь со мной либо в личные сообщения на YouTube, либо ВКонтакте, как вам больше удобно. Напишите мне, оставьте ваш адрес почтовый, я вам в ближайшее время вышлю ваши подарки. Всем же, кто не выиграл, я предлагаю особо не грустить, хотя не думаю, что кто-то сильно загрустил. Но я все-таки надеюсь, что это не последний конкурс на моем канале, что еще будут у меня конкурсы. Вам же хочу сказать большое спасибо за участие, большое спасибо, что вы смотрите мой канал, что вы подписываетесь на мой канал, ставите лайки, что просто вы такие замечательные и чудесные люди. Всем большое спасибо, увидимся в следующем видео. Пока!